Привет, друзья! Это вторая серия разрушителей гифок. И сегодня мы будем проверять гифку по созданию магического дыма. Как вы уже видите на экране, суть в том, что берут черкаш от спичечного коробка, сжигают его, с него накапывает какая-то жижа и при растирании по пальцам дающая густой дым. Перейдем к проверке. Берем спичечные коробки, как вы видите, самые обычные, освобождаем их от спичек и вырезаем черкаши. Жечь мы будем их на тарелке. Как и показано на гифке, отделяем тонкий слой черкаша от картона. Как вы видите, я решил сделать сразу много магической жижи, естественно, в надежде получить как можно больше магического дыма. Поджигаем всю эту байду, горит легко, но при этом воняет и коптит. Убираем все лишнее и готово. Остается только испачкать в этом пальце и начать тереть. И, о чудо, из пальцев повалил дым. Гифка работает, я на этом заканчиваю. Пока-пока.